Привет, мой друг, как твои дела? С тобой Дава Дым. И сегодня мы разберем Джон Кальяно Эвордс. Как ты знаешь, 20 декабря будет онлайн-трансляция этой церемонии, и там будут выбраны победители в разных категориях. Давай воссоздадим теорию заговора. Давай воссоздадим теорию продажности Джон Кальяно Эвордс и попробуем все это разобрать. Но главное помни, все это в максимально развлекательных целях. И все, что сейчас будет сказано, будет юмором, сатирой и выдумано лично мной в моей грязной, пошлой голове. Ну а сейчас маленькая рекламная пауза. Йоу, мой друг, пойдем я тебе покажу настоящие тропики в этой серой и грязной Москве. Это Тропик Лаунж, который находится у метро Жулебина буквально в 5 минутах по улице Авиаконструктора, миля 2А. Пойдем посмотрим на эти тропики, на это маленькое, но уютное заведение, где ты увидишь хороший вид на ту самую грязную серую Москву. Но когда поднимешь свои глаза, ты увидишь настоящие тропики. Большой ассортимент табака, чашек, кальянов, а самое главное, уютные диванчики. Это все ждет тебя. Но не забывай, ты всегда можешь поиграть здесь в видеоигры. Это Тропик Лаунж, и пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть хорошая отдаленная комната, где никто тебе не будет мешать. Поэтому, если ты находишься в районе Жулебина по делам, либо здесь живешь, то тебя здесь всегда ждут. А еще здесь есть вот такой вот миленький дяденька, который пришел сюда с самого утра, и можно ему сделать вот так на удачу, и монеточка появится у тебя в кармане. Залетай, Тропик Лаунж, Жулебин. У нас есть сайт, который уже работает, и на котором ты можешь проголосовать. Но давай сейчас с тобой мы определимся. Первый выбор, первое мнение будет, если бы Джон Кальяно был максимально продажный и выбирал бы своих победителей только для выгоды для себя, то есть кальянная политика и монополия рынка. А второе, я, наверное, расскажу, кто бы, по моему мнению, должен был бы выиграть. Но ты всегда можешь зайти сам на сайт и проголосовать за своего победителя, только голосуй максимально адекватно и непредвзято. Давай посмотрим, какие у нас есть номинации. Первая номинация – выбор народа. Вторая номинация – диджитал проект. Бестабачная смесь. Коллаборации. Стартап года – номинация от компании Darkside. Фейл года – новая абсолютно номинация. Я думаю, она будет интересная. Я только что на самом деле открыл этот сайт и еще не смотрел, кто в этих номинациях. Кальян года. Здесь, по идее, Рубилова должно быть хорошее. И табак года 2020 года. Ну что, погнали? Первая у нас номинация «Выбор народа». Давай посмотрим, какие здесь есть номинанты и что нас ждет в этой номинации. В этой категории нет жюри, поэтому давай мы сейчас с тобой выберем первое. Что же должно выиграть по теории заговора? По теории заговора должны выиграть такие продукты, как Hype, Darkside, Madpeer, Smoke Angels и, наверное, Satir. А почему Satir? Потому что очень плотное сотрудничество с Hookah Market и с Джон Кальяно. Но я думаю, что выбор года, конечно же, должен достаться компании Северной. Почему? Потому что Северный делает крутые выставки, дарит подарочки и вообще очень-очень круто все это преподносит народу. И, собственно, есть выбор народа. С этой категорией мы разобрались. Идем к нашей следующей. Лучший диджитал проект. Новая номинация в нашей премии. Этот год внес коррективы в работу нашего бизнеса. Пока все сидели дома, бренды придумывали интересные онлайн-проекты. Какие здесь номинанты? Darkside Digital Lounge, Burn School, Spectrum Family, Прокачаем дома и онлайн Hookah Battle. По теории заговора, ты, конечно же, догадался, что эту номинацию должен забрать онлайн-чат, онлайн-видео-чат Darkside Digital Lounge. Почему? Потому что надо уважить барина. Но, по моему личному мнению, эту номинацию должны забрать такие ребята, как Burn School, потому что они обучили огромное количество людей, дали очень много знаний и, конечно же, дали сертификатики, которые
народ может порадоваться и показать, типа, смотри, я прошел все это. И, конечно же, прокачаем дома проект Nuaholi Group, который делает прикольные эвенты в плане обучения. Следующая номинация у нас «Бестабачная смесь». А как помнишь, я раньше говорил, что за бестабачной смесью будущее, и сейчас мы видим, что бестабачная смесь есть в номинациях. Давай смотреть. Хайп, Кобра, Фишка, Бруска, Элеон, Чабака, Табабка, Блэкфайр и Табу. Давай быстренько пробежимся, что из себя представляет каждый бренд. Хайп абсолютно новый, я его в принципе больше нигде не видел, как на обзорах у ребят. Кобра очень старый бренд и со своим мышлением, со своей какой-то философией. Фишка тоже новый бренд, но с огромными мощностями. То есть они делают реально, у них есть концепт, у них есть какие-то боксы и все остальное. Бруско, ребята тоже делают мощно. Элеон, тоже хорошие ребята. Чабака, это одни из первых, кто вообще сделал что-то вообще чайное. Табабка, Блэкфайр и Табу, тоже абсолютно новые бренды. И по теории заговора эту номинацию должен забрать Хайп. Потому что хоть в одной категории нужно отдать что-то себе. А идеально было бы, если забрать в каждой номинации что-то свое для себя. Но, по моему мнению, здесь должны выиграть Чабака, потому что это прародитель по факту бестабачных чайных смесей. Лучшая коллаборация года. Наша следующая номинация, она тоже абсолютно новая. Главный тренд уходящего года. На самом деле коллаборации начали потихонечку идти с 2019 года. И лишь в 2020 году под конец они набрали огроменный оборот. Давай смотри, какие здесь номинанты. Чаша Облака, Хулиган Макс 13, Чабака, Фил и Треха, Блэкберн и Кальянный Мастер твоей мамы, Облако, Душа, Сатир, Тотал Флейм, Антони Кроу, Маклауд, ВП Блок, Сатир и Хука Плейс. Конечно же, ты разбираешься, что по теории заговора здесь должен выиграть Сатир, Тотал Флейм и Антони Кроу, дабы скрепить скрепы содружества, совместного завоевания и монополии. Либо Сатир, Хука Плейс. В принципе, одно и то же. Но, по моему личному мнению, тут должен выиграть Блэкберн и Кальянный Мастер твоей мамы. Почему? Потому что это взорвало, это вызвало фурор, и бокс реально интересненький. Я такой же бокс разыграл, и он уехал победителю. Следующая номинация – стартап года от компании Darkside. Вот здесь возникает много вопросов. Что это такое? Почему здесь такое маленькое количество номинантов? И здесь такие номинанты, как Fast Coco, Chorus, Havk, Bonch, Malaysian Mix, Moon, Hype, Ordin, Zenith, Tobacco. Короче, по этой номинации довольно-таки сложные. Почему здесь нет большинства других номинаций, которые реально внесли что-то интересное? Но здесь нет теории заговора, поэтому здесь, скорее всего, победит сильнейший. Но я бы отдал бы свое место либо Корысу, либо компании Zenith, потому что продукт реально взорвался, а Корысы инновационные тем, что у них прикольный дизайн и, самое главное, система контроля тяги. Идем дальше. Следующая номинация еще интереснее – это фейл года. И здесь, наверное, самые провальные проекты, потому что в 2020 году было просто куча проектов, которые провалились, которые зашкварились в рекламе и так далее. Горячая интеграция Malaysian Mix. Кто не видел, это прямая порнуха, где тёлка в футболке Malaysian Mix и панамке сосет мужику хуй. Сладкие мундштуки Candy Smoke. Tabac Brothers. Это, мне кажется, номинант лишний здесь. Стики для кальяна Plasma и готовые роллы для забивки от компании Xiaomi. Ну, здесь, конечно же, все понятно. Фейл года – это сладкие мундштуки Candy Smoke. Потому что Candy Smoke, именно их прародители сладких мундштуков, провалились. А теперь самая заруба. Лучший кальян 2020 года.
Реально мощная номинация, и вот здесь как никогда вступает в силу теория заговора. Почему? Потому что хочешь выиграть в этой номинации, отдай нам свою продукцию по самой низкой цене, чтобы мы это могли продать по максимальной маржинальности в наших магазинах Hookah Market. И мы это продадим еще лучше, если ты будешь победителем Джон Кальяна Awards. Погнали! Noob Unique, Self Smoke, Voodoo Smoke, Conceptic Design, DCH, McLeod, Union Hookah, U-Cup, Chorus, Hype, Япона, Душа и First Hookah. Меня очень печалит, что здесь нет такого бренда, как Механика Smoke. Теория заговора в действии. И в этой номинации должен выиграть такой продукт, как хайп. Дешевые, доступные кальяны хайп, которые сам Hookah Market и, грубо говоря, производит. Поэтому, если мы выиграем, то нам не нужно будет ничего закупать, а мы это просто будем продавать по высокой маржинальности. А теперь мое мнение. На самом деле, здесь очень сложно, я даже не знаю, за что проголосовать. Но, исходя из последних событий, исходя из того, на чем я курю, то в этой номинации я проголосую за компанию Chorus, и вам тоже порекомендую проголосовать за компанию Chorus. Идем к следующей номинации. Это у нас кальянный табак 2020 года. То здесь есть парочку прямых родственников компании Darkside. Это Matt Peer и, конечно же, Zomo, и самое главное, Smoke Angels. Поэтому, по теории заговора, кто-то из этих трех должен будет выиграть в этой номинации. А, и еще, конечно же, родственник, двоюродный братишка под названием Сатир. А теперь давайте поговорим, кто же должен выиграть в этой категории. В этой категории я лично считаю, что, по моему мнению, статуэтку должны забрать ребята из компании «Северный». Ну вот и все, мы закончили такую теорию заговора. Я думаю, тебе было интересно, и ты можешь в комментариях написать свое мнение, либо за кого ты проголосовал на Джон Кальяна Awards. Мы это все разберем и посмотрим. А самое главное, дождемся 20 декабря и посмотрим, кто же выиграл. Народ, либо теория заговора. С вами был Дава Дым, а это Tropic Lounge Жулебина, улица авиаконструктора Миля 2А. Пока.